Бойцы невидимого фронта, дорожные работники каждый день и в зною в стужу, и днем, и ночью трудятся на благо жителей городов и населенных пунктов. Машинистом асфальтоукладчика Валерий Крюков работает уже 3 года. Ранее мужчина трудился водителем в различных компаниях, но потом женился, переехал в Одинцово и решил освоить по-настоящему мужскую профессию. Работу свою очень любит, признается дорожный специалист. Моя работа заключается в том, что я слежу за слоем и раздвигаю, задвигаю, точнее сужаю, расширяю асфальт, там, иду по заданной траектории. Я переехал в Одинцово, в этот город, выбрал эту профессию, мне очень нравится. Ты же видишь, что ты делаешь, радует, что делаешь качественно, едешь сам. К работам на Можайском шоссе Валерий и его коллеги приступили неделю назад, и через 5 дней они должны быть завершены. Протяженность участка почти километр, а площадь составляет 14,5 тысяч квадратных метров. Ежедневно на объекте трудятся 6 рабочих и 15 единиц спецтехники. На данный момент уже произвели фрезерование старого покрытия и сейчас приступили к укладке нового асфальтового полотна. На данном участке Можайского шоссе производим ремонт, замену старого асфальтобетонного покрытия на новое. Улучшаем качество дороги перед зимним сезоном, чтобы жители Одинцова, Одинцовского района чувствовали себя в безопасности, ехали, думали о своих делах, а не о том, что где-то яма, где-то выбоина. Дорожные работы проводят круглогодично, независимо от погодных условий. На помощь приходят инновационные технологии и материалы, которые значительно расширяют температурные рамки при укладке асфальта. Отслеживаем погодные условия всеми доступными способами. Это и Яндекс, ГИС-метео. Ну и также сейчас есть новые добавки в асфальтобетонную смесь, которые позволяют производить работы до минус 10 градусов. Гарантийные сроки современного асфальтового полотна составляют около 3 лет, в зависимости от интенсивности движения. Но благодаря качественной работе дорожных специалистов покрытие служит гораздо дольше. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».